попадают в этот отель только гости VIP. То есть президенты, шейхи, короли различных стран мира. Emirates Palace отель первоначально задумывался как место проведения правительственных саммитов и конференций среди правителей арабских стран. И лишь позже, во время проектирования, был превращен в отель. Центральная часть отеля дворца включает 8 этажей, восточное и западное крылья – 5. Расстояние между крыльями составляет ровно километр. Площадь здания – 850 тысяч квадратных метров. В центре комплекса возвышается огромный купол, выложенный мозаикой. Всего в отеле 114 куполов. Каждый из них украшен золотым шпилем. Подземная парковка может принять 2500 автомобилей. Также в гостиничный комплекс входит пристань для яхт и посадочная площадка для вертолетов. Президентский отель Emirates Palace в Абу-Даби является собой истинное воплощение роскоши. Ослепительный блеск богатства захватывает дух. При строительстве навсегда запомнит все его великолепие. Это один из лучших отелей в Абу-Даби. Открытие уникального отеля состоялось в 2005 году, так как в дизайне комплекса прослеживаются традиционные шкатулки. Для строительства использовано 13 видов мрамора, привезенного со всех уголков мира. Во внутренних помещениях находятся 1002 уникальные люстры, самая большая из которых весит 2,5 тонны. Люстры оформлены более чем миллионом кристаллов Сваровски. Особую ценность представляют 2 настенных ковра, изготовленных вручную в Таиланде, каждый из которых весит тонну. Для украшения отеля используются десятки тысяч роз и орхидей. В отеле работают около 1300 сотрудников из 58 стран. Вся роскошь дворца сложена к ногам гостей, а девизом отеля стали слова «Что бы это ни было, когда бы это ни было, считайте, что это уже сделано». Высказывание касается кухни, транспорта, обслуживания, развлечений, всего, что только может прийти на ум. В июне 2011 года Emirates Palace был признан лучшим отелем и лучшим спа-центром Абу-Даби. В Emirates Palace множество ресторанов, предлагающих блюда большинства кухонь мира. Каждый год для декорирования блюд используется до 5 килограммов чистого пищевого золота. И даже шампанское блестит в этом отеле, потому как и в него добавлено чистое золото. Но больше всего в этом отеле 7 февраля было почему-то китайцев. Вот как раз таки сфотографировала очередь китаянок в туалете, чего в Emirates Palace я никогда, честно говоря, не видела. Но я так понимаю, что они отмечают свой китайский Новый год, как и русский. То есть неважно, что он закончится 5 числа, они отмечают, соответственно, еще неделю. На первом этаже отеля Emirates Palace находится ресторан «Левандон», в котором шведский стол для гостей отеля на завтрак, обед и ужин. В этом ресторане есть открытая терраса, и посмотрите, какой роскошный вид на пристань для яхт, принадлежащую отелю Emirates Palace, и на город Абу-Даби открывается с террасы этого ресторана. В ресторане «Левандон» в обычный завтрак или ужин неизменно входят крабы, устрицы, икра. Но по желанию можно питаться в любом другом ресторане отеля. К услугам гостей отеля Emirates Palace 14 превосходных ресторанов. А также, конечно, живая музыка каждый день. Предчувствую ваш вопрос. Ну а как же выглядят номера в отеле Emirates Palace? Смотрим. Номер люкс.
Emirates Palace – самый престижный отель в Арабских Эмиратах. Очень не хочется уезжать из этого отеля. Но думаю, что если бы вы здесь побывали хотя бы один раз, вам бы тоже не захотелось покидать этот отель. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами была Елена Шарова из Абу-Даби. Всем пока-пока!